Говорю 4-3 в уме. Нормандская четверка превратилась в тройку и обсудит украинский кризис без Порошенко. Президент России проведет переговоры с лидерами Германии и Франции. Об этом заявил помощник президента нашей страны по международным делам Юрий Ушаков. Встреча состоится на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу. Порошенко предлагал встретиться квартетом, однако после теракта в Крыму Владимир Путин отверг эту идею. Президент России сначала думал увидеться втроем, но Франсуа Олланд и Ангела Меркель сослались на очень напряженные графики. Поэтому глава государства увидится по отдельности с лидерами Франции и Германии.